В этом видеоролике мы покажем вам колья для швартовки на необорудованном берегу. Кол выполнен в форме креста и имеет длину 70 см. Верхняя часть используется как кнехт. Боковины закрыты пластиковыми заглушками, а вертикальная труба заварена металлом с обеих сторон. Снизу под острым углом для легкого входа в грунт. Есть усиленная модель из матовой нержавейки. Конструктив тот же самый, но труба заметно толще, поэтому такой кол можно рекомендовать для галечных грунтов. И третья модель сделана исключительно под песчаный берег. Она имеет дополнительные упоры, по которые нужно вбить кол при швартовке. Швартовый кол очень удобен на коротких рекогносцировочных стоянках, когда на берегу нет деревьев либо больших камней. Кол забивается обухом топора, либо обычным булыжником, как в нашем случае. Таким образом, лодка у вас находится на якорной растяжке уже через пару минут после подхода к берегу. Приобрести данный товар можно в магазинах компании «1000 размеров» и в интернет-магазине «Водник».